Приветствую вас, дорогие друзья, это Ведьмак 3 Дикая Охота. Итак, мы продолжаем охотиться за сокровищами Дикстры, да, а если конкретнее за сокровищами графа Ройвена. И нам надо встретиться с Трис у часовни Вечного Огня в порту около полуночи. Ну, сейчас мы с ней, собственно говоря, это и сделаем. Хорошо, что ты пришел. Послушай, присмотрелась я к казармам. Не нравится мне все это. В смысле, им не помешает ремонт? В смысле? Это настоящая крепость. Высокие стены, охрана у ворот. Внутри полно людей. Мы не проберемся внутрь. Силой тоже ничего не сделаешь. Менге успеет сбежать. Так что ты предлагаешь? Возьми кандалы и надень на меня. Даже так? Ну, ты сначала, может, объяснишь, что... Ты хочешь, чтобы я взял тебя под стражу, да? Может, ты объяснишь, что происходит? Подумай. Если ты приведешь охотникам подлую Трис Меригольд, они не то что ворота откроют, они тебя еще и к самому Менге проведут. Исключено, это слишком опасно. На кону жизнь Лютика и Цири. Значит, стоит рискнуть. Но я тебя в производство еще собираюсь пускать. Трис, подумай. Ты правда хочешь по собственной воле идти в логово льва? К тому же скованный. Да. Я не могу тебе этого позволить. Приятно, что ты обо мне беспокоишься. Но я уже приняла решение. И не стану его менять. Опять тебя используют, блин. Хорошо, допустим, они проглотят наживку. Что дальше? Мы заходим, я приставляю Менге меч к горлу и спрашиваю, где Лютик? Не вариант. Менге гнида. Но в одном ему нужно отдать должное. Смерти он не боится. Меня это всегда раздражало в фанатиках. Ничего. Придется брать его хитростью. Какие будут предложения? Акси! Акси! Может, ты скажешь, что у тебя есть сведения о ложе? Или еще лучше, о самой Филиппе? Он ее ненавидит? Придумай что-нибудь. Ее что, слепили вроде как? Постой. Я хочу тебя поблагодарить. Успокойся. На моем месте каждый бы. Нет, не каждый. Довольно. Чародейке краснеть не пристало. Потом поблагодаришь, когда все сделаем там. Так как же казна? Если мы что-нибудь узнаем, то хорошо, а если нет? Я думал, тебе нужны деньги Дикстры, чтобы помочь чародеям. Это правда. Но золото можно добыть множеством способов. Это сейчас не самое важное. Ну ок, пойдемче, надеюсь, все у нас получится. Мне все это по-прежнему не нравится, но что ж поделаешь, пойдем. Ибо другого варианта нет, ну а Трис, да, немного БДСМ по... Геральт, помни, почувствует... я сумею о себе позаботиться. О чем ты? Охотники. Они не будут обходиться со мной как с дамой. Но я выдержу. Я смогу потерпеть. Цири важнее всего. Поэтому, что бы ни случилось, просто делай свое дело. Этого я обещать не готов. Я прошу тебя. Хорошо? Да, хорошо. Бедный Геральт. То-то бы Йеннифер, короче, то Трис. Но Трис, она хотя бы на благое дело там-то все. Так, а вот они и фанатики, да? Я пришел за наградой. За что это? За чародейку. Не видишь, кого я вам привел? Это Трис Меригольд. Меригольд? Ну, проходи. А то, наверное, Менги не знает, да, что у него с Трис там такие дела, да? Вот Тирас, Трис Меригольд, ты перешел с утопцев на чародеек? За них больше платят. Так от них и вреда больше. Утопец самое большее, рыбака за ляжки покусает. А они убивают королей, плетут заговоры, вызывают войны. И молоко у коров тоже из-за нас киснет. Шутки кончились, Меригольд, раз и навсегда.
подвал ее. Ладно, не будем выходить из роли. Полегче, я отдам ее Менге и никому другому. Думаешь, мы не знаем, что делать с чародейкой? Пусти, ублюдок! Паршивый язык не подходит к такому прелестному личику. Придется вырвать. Вместо того, чтобы вырывать язык, лучше его развязать. И тогда можно узнать интересные вещи. Например? Например, где скрывается некая Филиппа Эйльхарт. Я тебя еще достану! Захлопни пасть, рыжая шлюха! Говори, где она! Не говори с ней так. А почему? Это же шлюха, так или нет? Может и так, но это моя шлюха. Я не позволю ее. Ну ее. Расскажи о Филиппе. Это моя шлюха. Я тебе, кажется, ясно сказал. Я буду говорить только с Менге. А Менге с такими не разговаривает. Тогда передавайте ему привет от меня и моей подружки Мэригольд. Добро. Бери ее и иди за мной. Да никуда не отходи. Да, то я уже думал, дело закончится с поножовщиной. Но нет. Но это было забавно. Это моя шлюха. Я ее даю, ублюдок, скотина. Говно, иди нафиг отсюда. Так, ну что, нас сейчас проведут прямо в логово к самому Менге. Там его уже можно сразу завалить, захерачить. О, там уже какие-то БДСМ стоят. Ты пойдешь к Менге, а Мэригольд будет за стеной. Я ее не отдам, пока не получу. Не тебе тут ставить условия. Дирк, ты знаешь, что делать. Ничего не скажу. Ни тебе, ни ему. Гордая, да? Ну погоди. Вырву тебе ногти, так запоешь по-другому. Че, опять не мне тебя спасать? Я, блин, помню по второму Ведьмаку. Ладно, забирайте ее, чтобы она нам не мешала. Но трогать не смейте. А че это? Жалко ее стало? Нет, на кой хрен она мне? Только если не сговорюсь с Менге, продам ведьму кому другому. Не хочу, чтобы вы товар испортили. Вот же. Получишь ты свои деньги, не волнуйся. А Мэригольд получит, что заслужила. Так, ублюдок, давай, короче, смотри мне в глаза и повторяй то, что я тебе скажу. Без меня пыток не начинать, ясно? Да, без пыток. Что? Чары наводят. Выродок. Так, сражаемся. Так, я думаю, стоит вас немного поджечь, да? Ребят, как вы к этому относитесь? И тебя кто-то там есть-то. Погорите немного, я думаю. Будет неплохо, да? Блин, что ты, камера очень неудобная сейчас. Да, блин, твою мать! Ух, ё-моё! Вот это сейчас было сурово. Ставь блок! Во, отлично! Так, где Квен? Так, давай, иди сюда. Иди сюда. Да, что вот эти вот охотники за колдуньями, что надо сказать, очень такие, блин, толстошкурые падлы.
никак особо ничего не получается против них сделать. Хотя, смотрите, у них брони нет ни хера, но, блин, да, мечом, конечно, они владеют вдаль дороги. Давай еще. На сильных ударах вас можно подловить. Так, давай-ка немного акси наколдуем. Так, и с тобой разберемся, падла. Так, все, с этой тварью разобрались. Теперь Маральзия, иди сюда. Иди сюда, ублюдок. Я с тобой еще не разобрался. Давай, я думаю, немного огонька, вечного огонька тебе явно не помешает. Еще с вами. Так, и кто у нас остался? Так, остались вы. Подлета, так, арбалетчики, нахер, нахер. Так же, как и охотники на колдуней. Бля, тварь. Давай, 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 давай. Так, а где же Менги-то у нас с вами, а? Где же Менги? Так, я хочу бомбочку. Блин, че ж подбегаете-то неудобно все время, а? Так, ну-ка, еще раз давай. О! Еще разговор пойдет по-другому. Так, и где у нас тут картич лучше? Слушайте, да тут еще и взрывоопасно было, да? Самая тема. Посмотрите, как быстро все взорвались. Херам собачьим. Да, не очень у нас и получилось, конечно, Трис взять под стражу. План не особо ты сработал, но тем не менее. Я думаю, мы сейчас к нему так зайдем. Хотя вот фиг узнает, может быть, это специально нас так решили обмануть, и на самом деле никакого Менги тут нету. Ну, давайте посмотрим, проверим. Так. Так, никаких тут особо плюшек здесь нету, да, поэтому давайте сразу пойдем к Менге, да? Убить охотников за колдунями. А, но это еще не конец. Ну что, я пришел за тобой. Последний из оставшихся. Сдохни. Ага, вот он и сам Менги. Офигенно, отлично. Отлично. Не ожидал тебя здесь увидеть, Менги, на самом деле. Так, стоп, минутку. Слушай, Менги, я не ждал, что ты прям такой слабоватый будешь. Я думал, ты будешь посложнее, явно. Дай попробуем тебя спалить, а, Менги? Что ты думаешь по этому поводу? Да ты уже ничего не думаешь. Все, наверное. Кажется, пронесло. Акси в такой толпе? Геральт, это невозможно. Прости, но я не мог просто так отдать тебя под пытки. Ты слишком много для меня значишь. Может, мы найдем хоть какие-то бумаги, в которых упоминается Лютик. Я обыщу его, а ты осмотри комнату. Начни лучше со стола. Менги-менги! Вот такие дела, да? Хотя, блин, я же ему секунду назад только что отрезал голову, как ему обратно эту голову представили. Забавно. Поэтический сборник Гонсало де Верса, наверное, какая-нибудь херня. Давайте дальше посмотрим. Резня в центре, это все у нас уже знакомо. Так. Письмо к Калебу Менге и священная книга Калеба Менге. Ну-ка.
Давайте прочитаем записочку. Священная книга Вечного Огня, второе издание, принадлежит королеву Менге. Да очистит пламя твое, помыслы твои, да закалит сердце мое, да сгорит все злое, рассеется дымом, да согреется пламенем твоим все доброе, да слетятся добрые на твой огонь, как мотыльки, да бегут от него злые, как звери от, пожар... от леса пожарного. От лесного пожара, господи, боже мой. Так, письмо Калебу Менге. Калеб, если... Калеб, у меня новые указания относительно следующей экзекуции. Когда будешь готов к встрече, оставь свою священную книгу в тайнике в колонии алтаря Вечного Огня на юго-западе Обрезков. Встретимся на старом месте. И никому не говори, куда идешь, и никого не приводи с собой, а письмо сожги сразу после прочтения. Я Мурлак. Ну, видимо, письмо он так и не успел сжечь. Потому что мы его таки прочитали. Обрезки. В кармане у него ключ от двери. На, возьми. За пазухой. Ничего. Но... погоди. Что-то в подкладке. Ну? Ключик от сейфа. Возьми. Передай Дикстре с приветом от меня. Благодарствую. Я нашел письмо для Менге. От какой-то шишки. Видимо, шпиона. Шпиона? Сама посмотри. Контактные ящики, условные сигналы. А, действительно, смердит разведкой за милю. Может быть, этот агент знает что-нибудь и о Лютике? Готов поспорить. Только как до него добраться? В письме сказано, как договориться о встрече. И ни слова о том, где она должна быть. Ну, погоди, обрезки. Он нам поможет. Он знает все. Ты немного преувеличиваешь. Не уверена. Угу. Ключ от сейфа, который стоит неизвестно где? Сомневаюсь, что Дикстер обрадуется. Ну, по крайней мере, его головорезы не переломают нам ноги за невыполненный договор. Словом, стакан наполовину полон? И надеюсь, в нем налито что-нибудь крепкое. Ладно, дай убираться отсюда. Ладно. Там мы тут наследили достаточно. Нечего. Пора собираться. С удовольствием. Только лучше не через главные ворота. А, ну ты можешь нас телепортировать, что ли? Ладно, будем выбираться из этого здания. Так. Что у нас еще тут есть? Да. Ладно, пошли отсюда. Хотя я бы через окно бы сейчас вышел, так как ассасин, заправский ассасин. Стоп, Геральт, не размахивай руками, а то нечаянно можешь ББПЕ сделать. Так что аккуратнее. Ну, где ты пропала? Давай, иди. Так, не через главные ворота, говоришь, да? Кстати, где это мы находимся? Угу. Понятно, кстати, забавно то, что штаб находится рядом с этим вот кварталом нищих, да? 13 район этот. Ох, потец, 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 да? Что мы тут наделали? Ну давай, старушка моя, давай иди. Уже 4 утра, ясно. Так, конечно, не через главные ворота. Значит, не сюда. Стоп. Стопы, интересно, интересно, интересно. Так, и куда нам тогда, по-вашему, идти-то? Как же нам выход отсюда найти? Здесь проходы закрыты, значит, надо, наверное, где-то искать здесь. Выход, да? А твою мать! Можно было отсюда дверь открыть ключом. Да, вот я тупил-то. Знатно. Здесь мы разделимся. Но сначала надо будет пустить этот сарай по ветру. Верно. Мы оставили здесь слишком много следов. Да. А кроме того, мне надо выпустить пар. Намек понят. Слушай, есть еще одно дело. Только не здесь и, конечно, не сейчас. Приходи ко мне, когда сможешь.
А теперь пойдем уже отсюда. Согласен, согласен. Вообще не против. Ха-ха, ну правильно, правильно, умно. Давайте посмотрим, заработает чародей, как тут она, этот штаб, собирается спалить херам собачьим. Сейчас тут все нахер пойдет по жопе, да? Ну хватит. Я убираюсь отсюда немедленно. И тебе советую сделать то же самое. Ну телепортируй меня с собой. Только не через телепорт. Ты не хочешь идти через телепорт, Геральт? Да ладно, это же так весело. Ну ладно, не хочешь, так не хочешь. Так, я только все равно не очень понял, как отсюда выбираться. Я... Так. Наверное, вот таким вот макаром, да? Немного в Assassin's Creed поиграем. Фу, так, нахер отсюда, нахер, нахер отсюда валим. Все. Ну а теперь, по сути, нам осталось Дикстере только рассказать, что случилось. Там, не знаю, понасобирать еще всяких ништячков. И доложить о выполненном задании. Вот эту стену наверняка можно будет повалить. Отлично. Эй, там! Господин Ройвен просит на пару слов. Вот же нетерпеливый сучий сын. Что? Ничего. Я скоро буду. Да, Дикстра тут как тут на самом деле. Забавно. Геральт из Ривии. Ты перестанешь за мной шляться? Да, как только ты скажешь, где моя казна. Мы с Менге не сговорились. Совсем? Совсем. Это объясняет пожар в казармах. Надеюсь, моя казна не пылает вместе с охотниками. Я ее не видел. А 20 тонн золота все-таки сложно проглядеть. Значит, ты пришел ко мне с пустыми руками. Во-первых, это ты ко мне пришел, а во-вторых, кое-что в руках у меня есть. Ключ от сейфа. Я нашел его у Менги. А круто, сейф, а где ключ-то? Ты предлагаешь мне? Это будет непросто. Но что же делать? Ты так неплохо поработал. Кого там режут? Похвалы можешь оставить при себе. Меня интересует награда. Геральт, все ведьмаки такие бесстыжие или только ты? Что ты имеешь в виду? Ты меня обманул. Снова. Что? Ты с самого начала знал, кто вынес мою казну. Но не захотел любезно поделиться своими соображениями. Зато я любезно помог тебе с казной, так что не надо истерик. Я не шучу, Геральт. Ты злоупотребил моим доверием. Я как-нибудь переживу. В этот раз, да. Ну хорошо. Пора свести счеты. Это угроза? Напротив. Ты мне помог. Так что тебе полагается награда. Несмотря ни на что. Готов поспорить, ты все еще не знаешь, что с Лютиком. Нет, но я напал на след кого-то, кто может знать. Кажется, какого-то шпиона. Он подписывается как Емурлак. Беда в том, что в письме от него написано, как организовать встречу, но ни слова о том, где. Разрушенный дом в Застенье. Дай сигнал, и он придет в тот же день. Перед полуночью. Хм, спасибо. Откуда ты это знаешь? Может, я и не должен спрашивать, но... Дикстра, откуда ты это знаешь? Угадал по полету. Твой сарказм уже утомил. У меня есть недостатки похуже, поверь мне. А под конец нижайшая просьба. Никогда больше не пытайся меня обманывать. Никогда. Хорошо, хорошо, успокойся, Дикстра, успокойся. Итак, это у нас следующий этап. 90 крон! Что за херня? Какие нахер 90 крон? Блин, да я не знаю, я по бомжам пройдусь, я больше соберу.
Сука, 90 крон, его надо убить за это вообще. Так, ну ладно. Собственно говоря, следующий этап. Использовать ведьмачье чутье, найти тайник и оставить там священную книгу, тем самым подав шпиону сигнал о встрече. Да, то, что нам и надо как раз. Так, это нам переть, ух, на уже другой район города. Понятненько, поэтому, собственно говоря, давайте к нему пойдем уже в следующей серии, друзья. Итак, уже набедокурили сласть. Ну, с вами был Сямыч, всем спасибо за просмотр, пока, до скорых встреч, увидимся и не связывайтесь с фанатиками Вечного Огня, прошу вас.